Эколого-краеведческий музей представил персональную выставку юной муравленковской художницы. Десятилетняя Полина Сибогатова, ученица детской художественной школы, победитель многих окружных и городских конкурсов, впервые представила авторскую выставку. В экспозиции более 20 полотен. Тематика работ разнообразная. Пейзажи, сюжетные картины и натюрморты, а также работы декоративно-прикладного искусства. Полине хорошо удается увидеть красоту окружающего мира и отражать это видение в своих творениях. Одна из любимых работ – «Розовый закат». Она мне нравится, потому что, это моя самая первая работа маслом. Она яркая, насыщенная. Видно, что там есть закат природы.